Доброе утро. У меня сегодня поднялась температура до 38. Лежу в номере, отлеживаюсь, выпью, пью порошки. На обед, соответственно, и на завтрак не ходил, потому что там мерят температуру. Но из моментов вы можете сходить в снэк-бар, который находится возле бассейна. Там температуру не мерят, если вам станет плохо. Ну, я надеюсь, что мне не коронавирус, симптомы не похожи. Просто схватил какую-то инфекцию. Лежу в номере, смотрите, какой вид. Берите с собой аптечку, не забывайте, берите жаропонижающие средства, там, инсти, от желудка средства, смекту, ну и так далее. Каждый сам знает, какой, потому что здесь в отеле аптеки нету, и придется ехать в другое место или просить представителей Coral'ы или вашей компании, с которой вы работаете, чтобы они вам привезли. Мы в номере, у нас прямой вид на море, сейчас покажу вам, потом, я думаю, еще раз пересниму все, но... Первое впечатление – халаты, скорее всего, лен, одна большая кровать, маленькая, есть чайный уголок, большой плазменный телевизор, кондиционер центральный, комплимент нам сделали, бутылка вина, фрукты, виноград, ну, видите сами. Кондиционер. Если кто-то не знает, как пользоваться кондиционером, то вот здесь эта штучка отщелкивается. Наши коллеги, которые с нами приехали, пришли в номер, говорят, не знаем, как включить. Значит, что у нас здесь? Большой шкаф, большой сейф, смотрите, какой громадный. Сюда и ноутбук влезет, наверное, даже. Ну, 17-дюймовый нет, но 15 так точно. И здесь еще один шкаф, тапочки. Ванная комната, плитка. Фен здесь маленький, поэтому берите свой. Душ. И душ тропический. Скажи, нет, скажи, фен. Девочки, которые хотят. Балкон. У нас сетка на балконе есть, чтобы комары не летели. Балкон большой, сушилка, два кресла, столик, пепельница и прямой вид на море. Под нами находится терраса ресторана, бассейн и наш пляж вот здесь вот находится. Чайный уголок, чай, кофе, все в индивидуальных пакетиках, чайник и бар. Ого. И бар. Пиво, кола, фанта, минеральная вода, сок, вода, весь заставлен. Вечер меня немножко отпустило, я решил попробовать, что такое вечерний суп или поздний ужин, так называемый у них. Сейчас я вам покажу, что здесь есть, а вы сами решите, стоит вам на него ходить или нет. Хлебный уголок. Два вида супа. Предостав, тут есть фрукты, салаты, несколько видов горячего. Рис, овощное рагу, шпинат и это котлеты. Все, больше ничего нету. Это все?